что если Тини плюс Минер и заминировать колодец? Подожди, дядь. 2-1. Чувак, ты погиб. Я готов. Есть глиммер, кидай. Хорошо. Пофиг, не так. Да, нормально. Ну чё, 3-2-1. Тут кто-то есть. Ой, еще Рики там был. Да хартуй. Смотри, да, да блин, ты, а? Да что за операция провалена? Забайте их туда, они зайдут, сдохнут. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас новое видео рубрики «А что если?». А что если Тини плюс Минер и заминировать колодец? Антоха сегодня мне будет помогать. Здравствуй, Антонио! Здрасте, здрасте, кто-то еще. И как вы поняли, сегодня это у нас вторая часть, конечно же, вы голосовали за вторую часть, и сегодня мы ее таки делаем. И у нас сегодня дополняется видосик небольшим квестом, который называется «Заминировать колодец». Вот здесь вот будет выставлен у нас определенный вот такой вот под табличечкой моментик. Вот сюда мы это поставим примерно. И вот здесь через лес будем аккуратненько выходить, ставить отсюда бочку и постараемся хотя бы 3-4 раза взорвать кого-нибудь на колодце. И это у нас основной контент сегодня, так как в прошлой каточке, конечно же, мы делали контент на том, что мы просто фанились и всех взрывали, то в этой каточке, конечно же, будет у нас немного по-другому. Ну как, будет тот же самый фан, только добавится здесь взрыв на колодце. От Антонио будет требоваться у нас глиммер, от меня тоже будет требоваться глиммер, от алхимика будет требоваться аганим. Кстати, алхимик сегодня нам будет помогать делать вещи. И я думаю, получится интересно. Ты как вообще думаешь, получится интересно или нет? Я думаю, да. Будем я стараться. Думаю, да. Давай, будем стараться, нам нужно... Да что давай, за... куда? Кто куда? Ты мы на топ идем, выбрал? Мы на топ идем. А, мы на топ идем. Я могу куру взять нам. Мы на топ идем. Я есть? Ты не купил. Я возьму взять куру, кстати. Хорошо. Я сейчас тут заминирую, тоцаешь и делаем ФБшку, дядь. Сейчас пойду. Хорошо, 3-4. Ребятки, не забывайте поставить лайк на такие видосы. И, конечно же, это... я не знаю, когда это видео выйдет, поэтому всех с наступающим Новым годом. Елка стоит, но больше ничего не стоит, к сожалению. Старый, потому что обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если не подписаны. Ну и, в принципе, все, настроение всем. О, ясно. Взорвал, называется, Рикимару. Понял, да, смотри, что делает. Я орну, если его с руки убью, конечно. Я не убью, Тангус скушал. Тангус скушал. Давай, я тебя тосну прямо на алхимика, и он там будет. Офигенно. Офигенная стратегия. Блин, ну Рикимару на самом деле... Ну, просто мы на колодце, короче, втухали немножко. Ну ничего, старт... Старт немного такой себе, но в целом будет нормально. Рикимару потом с интриками за контрим, и будет все нормально. Рикимару будем душить. Так, алхимик у нас достается руна, это плюс 500, и начнем по чуть работать. Алхимик мне запулит аганим для того, чтобы табличка была актуальна здесь. И каточка уже, ребятки, у нас начинается. Пожелаю всем приятного просмотра, аппетита и поехали. Антонио, у тебя есть новогоднее настроение? Честно сказать? Да, нет. Или... Честно, да, нет. Я понимаю тебя. В нынешних реалиях, в этом сером мире радоваться, довольствоваться какому-то новому, неизбежному, смертоносному году, да? Там вообще не кайф. Так, ну, 2024, не подведи, да, как у мема. Ну да, типа, да. Типа, да, это нет, это все на самом деле такое себе дело, это все... Ну, типа, блин, это все настолько тупо. Чего-то ждать в новом году такого, что не было в прошлом году, потому что ты хочешь, да, чего-то там, но ничего для этого не делаешь. То, что это произойдет само собой, вот это особенно. Да, вот это самое. Сидишь на диванчике, ноги закинул, хочешь майбах, короче, там, Бентли, и сидишь, кайфуешь. Но это на самом деле вот эти все материальные, да, вот эти вещи, это все настолько... Так, у тебя там сколько уже? Ну, в принципе, должно хватать на Сларка или на Рики. Ну, Рики такой, он армористый. Сларка можешь кинуть, дядь. Спокойно, либо Рики, вообще плевать. Вот Рикимару подходит, берешь, оп. Опа, отомстили. Сюда, дядя. Так, ну я сразу в Сол Ринг. Сделали бросок великорусский.
отсылочка к новым видосам. О, жесть. Короче, у нас, ребятки, готовятся еще дополнительные контенты. Это будет тоже очень смешные видео. Я надеюсь, они будут вам заходить. Славянский бросок тоссами. Тоссами? Жесть. Это, короче, блин, жестко. У нас идей, короче, у меня, как обычно, ребятки, куча. Надеюсь, реализация не подведет. Алхимик идет на топчик, наверное, там будет забирать монетку. Все, короче, у нас будет упираться в фарм. Там берет он себе кнопочку. Я пока наставляю минки. Если что, потом можно будет, знаешь, что, подхарасишь немножко, да, образно того же Сларка. Смотри, у него хп нету, Сларк. Да, мне бы подойти, чтобы они подошли. Мне бы подойти, чтобы они подошли. Да-да-да, я понял. Мне бы подойти, чтобы они подошли. Гений. Всё, ты гений. Обсуждаю, дядь. Так, ну я, в принципе, на заряде. Минки, правда, далековато, но в целом сейчас лайн отпушится. Мне нужно принести себе сорин. Тебе что-то надо нести с базы? А нет. Короче, они будут взрываться на одном и том же месте, я так чувствую все время. Нет. Я немножко переставлю. Поставлю поближе кэмпа, но мне нужен соул. Если мы вот здесь взорвем, типа, это будет уже соло-ринг. Там, если что, ты можешь подкинуть, я подкорректирую полет. Корректировать полет. Так точно, корректирую полет. Только не крипа, пожалуйста. Я так агрю, чтобы они подошли. Я понимаю, все, молодец. Ты профессионал своей игры. Все следят за тобой, все следят за твоими новостями. На концентрейшн, поехали. Концентрейшн. Да, динаем, легко. Концентрейшн. И поехало. Оп. Блин, им нужно на самом деле опасаться. Они даже вообще не подозревают, насколько это опасный лайн для них. Потому что один тос, и он погиб. Ну реально. Сларк или Рикимару вообще, типа, разницы нет. Вообще просто один тос, и чел погибает. Он даже не подходит. Мне купить арканцы или как? Для нас. Слушай, ну можешь, я думаю, взять, но опять-таки я, наверное, буду тоже собирать что-то такое. От тебя главное стандартные артефакты сейчас сделай дагер, потом делаешь глиммер и еще что-то такое, потом более боевое будем собирать, поэтому... Ну, раз глиммер буду брать, он сколько, 110 тут берет? Многовато, конечно. Да-да, мана нужна будет. Слушай, ну я уже поставил и верхнюю точку, здесь уже достаточно, думаю, чтобы взорвать Сларка, поэтому... Если будет желание, можешь пробовать. Ну вот как желание будет, я скажу. А пока желания нет, да? Я просто, блин, тут вражеских много, и смотри, как он отходит. Да, далеко отходит. Я боюсь тоснуть вражеского крипа. А если аваланч тос попробовать? Через аватос, да, образно? Ну, видишь. Да, я вижу, я понимаю, дядь. Но у меня уже солринг накапал. Я как он боится, это же... Чисто аватосновый. Ну, чисто моя задача просто сидеть и ждать. Опа, полетел. Космическая программа Сларк летает. Вообще он бочек. О, Бара, смотри. Подбежишь на мин. О, дядь, если что, тоснешь его сейчас. Он пробежит на тебя. По идее, сразу тосы на меня смело. Тут бочек столько, что... Жесть. Ну ничего. А он меня толкнул, ты видел просто? Да. Первый этот. Слушай, ну, я предлагаю вот на вот эту... Да, в принципе, тут надо, правда, поднаставить сейчас. Я Soul Ring еще не могу взять. У него 6 армора, его бочки не задушат, дядь. Ну, будешь пробовать, да? Ой, хорош. Нифига себе, дэмэджа хватило. Слушай, эта комбинация вообще люто работает. Я думаю, сейчас я сделаю Soul Ring и тоже присоединюсь к тебе через арканы. Как думаешь? Давай в два аркана их. Один аркан хорошо, а два лучше. Да. А третий аркан, который сидит за монитором, вообще по кайфу. Курил? Так я вообще этого имел в виду. Первого. Слушай, ну они стопа, походу, сейчас уйдут. Будем сейчас менять локацию. Закинешь, может, крипа сюда? Союзного. В меня вот. И чтобы можно было, если что, ты сам, если что, мог здесь подрегулировать как-то. Даю нам вот так. Давай. Хорошо, все, и здесь крипчик тоже стоит, но только далековат, правда. Пойдет, ты два кемпика таких, чтобы в случае чего ты мог там. Но если ты какого-то нижнего или верхнего затриггеришь, то они, в принципе, сместятся. Они начнут убегать. Тебе кура нужна? Нет. Я сейчас, короче, пойду другие лайны минировать, тут, наверное, хватит.
Еще сейчас одну минку кину. Тут дедок заминирован, все заминировано. Если что, будешь держать в курсе эту ситуацию. Хорошо. Можно одного крипа? Забирай. Я аркану дам тебе, выложишь. Я низ сейчас стянусь, другую лайн. Выложишь аркану? Даю. Все, найс. Короче, у тебя тут пулпаки. Я пошел на другую точку, дядь. Там они просто стянулись, они топ ушли, короче, оставляют тебя на фулфри. Сейчас где-то ближе по низу. По миду поставлю. И алхимик по чуть-чуть сейчас. У него там пол армлета есть. Внизу заварушка. Да, я вниз, наверное, пойду полностью, перетянусь вниз. Поставлю один вардец. Там сларк убивает всех, понял? Титрус ТТ какой-то. Это типа какая-то Туск Д, только Титрус ТТ, понял? А, Ауди ТТ. ТТ, Титрус ТТ. И вообще сейчас там, слышишь, пофармишь, я думаю, на низ стянешься просто, внизу будем куролесить. Да, я бы до даггера тут достоял, дофармил, да пошел бы. Смотри сам, как удобно. Как удобно, смотри сам, делай. Неужели ко мне не придет никто? Слушай, ну если придут Тиника, ой, Тиника этого, Баратрума сразу... А, крип сместился, да, с этой точки? Хреново. А. Если что, там знаешь, куда идти. Я внизу тут пока наставляю. Смотри, он просто пошел направо. А, Вижн появился дневной, и он пошел фармить лесных икрал. Ох уж этот дед. Слушай, ну дед на работу пошел, погиб на работе. Это дед инсайд, пошел бить шмотки. Чисто дед внутри, дядь. Там Баратрум стоит, душится. Торренты, корабли, санстрайки. Да, инвокер. Инвокер забавный, на мины не идет. Иди на мины. Иди на мины. Только с не скрипами. Опа. Хорош. Отлично. Минки работают. Тайра 2012. Мне нужно... Слушай, у нас там две куры. Алхимика еще кура. Так, я надо стакнуть, еще. Надо стакнуть, дядь. Надо стакнуть, успеваю стакнуть. Так, робу не стакну только, да? Хотя, может, так, и стакну. Ай. О, найс. 2х стак. Бардик поставим на руне для контроля. Слушай, ну у меня остается даггер, и в принципе глиммер, и мне дают аганимы, можно пробовать делать. Тебе тоже нужен будет глиммер, не забывай об этом. Ну, даггер сперва, правильно? Да, конечно. Таггер, Глиммер, дальше поедем. Там. Смотрим, как. Как, да чё? Нет, не бара. Не бара-бара, не бери-бери. Тебя тут нет, не бросать не на кого. Сларк все равно просто стоит. Боится, боится. Он меня-то нет на карте, не видит. На, сила информации. Бара сентри ставит, бара сентри ставит. Прием, прием, бар ставит в центре, прием. Да, спасибо. Буду знать. Тебя бы сюда сейчас мины там снимаю. Мне одну пачку и все. Я давай, пошел. Хорошо. Я тут поставлю все. Такой постик небольшой. Будут дайвить они по-любому. Все, я иду к вам. Хорошо. Мины там у меня все поснимали, если что. Так, ты будешь новые ставить или как будем убивать их? Я ставлю вот здесь вот. Там я... Ну они просто типа такие, они очень нагло играют. Они по-любому сейчас от Баратрума смогут. Просто вот могу там. Просто их сейчас поубивать с комбой, либо могу их забросить. Да, наверное, просто убивать будем. Я тоже подсуечусь там. Минк поставлю. Ладно. Погнали. В чем суетиться? Опа, живой. Давай, пищ. Давай, 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 бей меня. Давай, давай, побей меня. Побей меня. Хорош. Отлично. Так. Хорошо. Ну, ребят, ситуация пока что в игре идет прикольно. Спокойно вытворяем все, что нужно. Так, я тут не успеваю подстакать. Но тут у нас 2х. 2х, 3х я не успеваю сделать. Пойду алхимику маны дам. Алхимику ману дам, пойду. Хорошо. Пойдем, вот тут немного поставим. Вообще, я бы такой пошел бы мид просто пофармил.
Нужно Даггер и Глиммер откуда-то вытащить. Правильно? Так, я бы послал Геницу. Хорошо. Отлично, 800 золотых на топе. Пойду еще на топе поставлю. На топе бы довзрывать вот эти все лайнинговые минки. Надо куда кого-нибудь-то поставить. Да. Так, я еще тут Эншента, скорее всего, подстакаю сейчас. Успеваю, надеюсь. Надеюсь, не драконы. Хорошо, этих застакаем. Отлично. Регенчик неплох. Regeneration. И поехала. Ковыряем дальше. Там небольшой постик в лесу стоит такой чисто. Побаловаться. Кстати, Рикимару вообще не видно в этой игре. Он, походу, АФК его кикнут, да? Рикимару АФК. Так, это кто, не он взорвался? Нет. Нет, это Сральк. Да, Рики, скорее всего, АФК ушел. Блин, ну тут почему так, да? Контент ломает, пацаны. Но мне нужно будет... Да, я как в воду глядел, вообще смотри. Вообще жесть, конечно. Я как в воду глядел. Сразу Б. Панлист. Блин, ну против четверых такое сейчас... Ладно, будем пытаться делать. Все равно. У меня почти глиммер есть. Но даггер нужен будет еще. И, в принципе, сейчас будет аганим уже. Аганим есть. Okay. У меня аганим есть. Нужно глиммер и даггер. Глиммер и даггер. Окей. Okay. Никуда они не ходят. Еще глиммер и даггер, я на квест. Сейчас Бара сюда прибежит, по-любому. Побежал на мид. Да, ну это ж хорошо. 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 Прям они чисто как это, знаешь, побежали пофидить. Но у меня есть глиммер, остается даггер. Да, байт хороший был. Монета. У алхимика даже сапога нету. Хорошо. Так, смотри, что там у тебя, глиммер? Скоро будет? Ты подфармливаешь, да? 300 монет и будет. Хорошо. Вен, у меня тут вообще ни героев нет. И стата у меня 0-0-4. Ты просто стоишь и фармишь крипов. Я понимаю, дядь. Они внизу тупо и там умирают. Да уж, так, но мы сейчас, в принципе, будем делать грязь. В любом случае. Грязь, ТПшечка есть. Все, есть глиммер. Да, есть глиммер. Ну что ж ты, что ж ты такой? Я ТП уже юзал. Ну надо было ему это прерывать, а? Прервано, да? Просто. Аннигилировано. Ой-ой-ой, бро. Паузу надо еще бы оставить ему было, офигеть. F9. Тут не F9, тут F10M. Дядя. Alt-QX. Не Alt-QX, а Alt пошел нафиг. Так, смотри, в общем, я, в принципе, теоретически почти готов. Мне нужен теперь даггер, и я могу идти туда на точку. И потом... Давай. Я тебе помогу, у меня есть геймер. Блин, я спугнул чувака на этом. Кстати, у Лотара, у Сларка. Да, я видел. Он же в прошлой драке с Лотаром дрался. Сейчас внизу какая-то суета. Кайрат начинает нагибать. Ой, Кайрат, брат, не души. Не души, а души, дядь. Внизу суета, конечно. Я поставлю тут двоечки 4. Вот тут если что, можно завести, но там их немного. Там одна ремоута стоит первого левела. Мне просто взорвать бы. Угу. Там вон это, кстати, лоу-хоповый этот пункт.
спокойно можешь зайти, нажать кнопку и выйти. Он даже не поймет, что произошло. Глыба из инвиза такая. О, побежал на меня. Так, тон-то есть. Да, меня полил. Ну, в принципе, ты там должен жить, я так думаю. Глиммер есть. Мне заюзать глиммер. А сгоришь, интересно, на работе. Да, сгорел. Жалко. Ой, эти сгорят. Нормально. Очень жаль. Нифига, торнадо, метеор. Опа! Как тебе? Торнадо, метеор, не вопрос. Вот это я мощный видел. Там одной тычкой добил как. Короче, смотри. У меня 200-300 золота. 300 золота. 300 золота. Стримит, да? Нет! Саша задр. Как ты так делись? Так, есть навер. Зачем стример ты? Вопрос. Минерь, зачем? Зачем ты стримишь? Пойдем мутить наши фишки. Да, смотри, я сейчас что сделаю. Я туда... Смачок нам дам. Но смотри, нет, пока не надо. На топе пачка. Подожди секунду. Да, иди по фармане. Так, стоп, неправильно делаю. Раз, два, три, четыре, пять. Я сделаю, короче, дополнительный вижен нам. Туда. И вот так вот. Намутим грязи. Так, что мне туда еще нужно? Глиммер у нас есть. Главное правильно скомбинить. Поехали. Короче, смотри. До Талова, естественно, мы не бежим туда. То есть мы сейчас по лесу, вот здесь, где пройдем как по максимуму, вот оттуда начнем блинковать. Так, снайпера я жахнул. Жалко, я прогулял там. Давай быстренько крепочков тут смою. И начнем. Хорошо. Во-во-во, и погнали, и по верхней, вот так вот, по этой. Спокойненько пойдем. Правда, нужно будет дождаться, пока они все на карте высветятся. Вообще, тут офигенно зашел бы еще топорик. Вот тут, короче, если рубить несколько деревьев, то можно спокойно вот так вот прогуляться по вот этой теме. Блин, понял? Надо было реально взять. Вот, видишь, я иду, да? Смотри. А тут уже сейчас остановлюсь. Я не хочу тратить тенгуз, потому что я не знаю, сколько мне здесь нужно будет срубить деревья, потому что особая тоже тема будет. Оп, хорошо. Все, и тут, в принципе, в три блинка я сейчас доберусь. Мне главная задача сейчас будет вот сюда табличку поставить еще. Главное не сдохнуть. Я постараюсь зайти в глиммере, и нужно будет, чтобы ты глиммер поставил. Вместе выйдем, если что, отблинкуешься. Так. Что там, бочки нужно было взорвать? Сорян, я не видел. Так, и, наверное, вот сюда сейчас будет крайний блинк. Хорошо. Раз, два, три, четыре. И вот так вот пять. Есть. Все, допрыгнешь, да? Иди, да. Да, хватит. Так, ну мне остается поставить табличку. Смотри, короче, какое действие. На 3, 2, 1 ты кидаешь мне глиммер. Раз, два, три. Поехала. Глиммер кинь мне. Глиммер. Все, пойдет. Все, я убегаю обратно, меня не видно. Табличка стоит. Не успею добежать. Хорошо, но все равно. Окей, теперь следующий глиммер. Даешь мне, я иду ставить бочку. Давай, я готов. Подожди секунду. 3, 2, 1, поехали. Блин, там заросло. Оп, вот так делаем. И срубить дерево. Блин, не успеваю добежать, понял? МС не хватает. Ну, одна бочка есть. Давай еще вот тут вот так вот буду делать, да? Чуть-чуть. Готов. Кидай. Хорош. Отлично. Зашел Сларк туда. Давай, с прокаста его. Хорош. Но мне кажется, гнида. Еще одну бочку ставим и отходим. И. Готов. Давай. Хорош. Есть. Отходим. Все. Фулл Б. Сейчас Сларк рестница, я его взорвусь. Я могу еще одну бочку, в принципе, поставить. На Сларка можно хватить. Пока он еще не вышел, в принципе, никто сюда не идет. Я готов. Давай, кидай. Хорош. Отлично. Да и все, этого Сларка хватит. Ой, смотри, как он Это что? Там крип, короче, сдох, он переагрелся. Если надо, я суицидный, Антох. Есть блинк? Да, уходи, нет, все, просто... уходи. Ладно. Все, пойдет. Сларк рестится, я сейчас его взорву, короче. Слушай, работает.
Подожди, дядь. 2-1. Чувак, ты погиб. Нормально, слушай, рабочая стратегия. Так, у нас остается там еще половина таблички, но она сейчас уже пропадет, дядь. Жесть. Так, это я сюда отведу. Все, я ухожу отсюда, жалко, у меня нет телепорта. Я очень долго отсюда буду уходить. Там деревья, блин, еще заросли. Надо топорик. Слышь, я возьму топорик. Я мне желательно сделать тревела, чтобы успевать обратно забежать. Потому что, видишь, они спалили эту тему. И нужно взять сентрик туда для сларка, чтобы видеть. И желательно вот сюда поставить обсерв. Сентрик плюс обсерв. Будет офигенно. Все, я отсюда выбегу сейчас и побежал. Так, ну походу не выбегу. Еще надо блинк и вот отсюда побегу. Так, ну пойдет, Макс, работает. Так. Чтобы похейтить, да? Нормальная тема работы. Деревья на 25-е зарастут еще. Сларк, наверное, будет бояться этой таблички. У меня табличка дэшится, еще 2 минуты будет кдэшиться. А пока, короче, вот эта вся тема идет. Можно пока, ну, немножко пофармить. Я сейчас сделаю тревела еще до кучи. Будем действовать. Но это работает. Задачу мы выполняем. Самую основную задачу этого видоса выполняем. Под колодцем бабахаем, пацана. А снизу никак, да? Там не спрятаться? Нет, снизу никак. Нет, я проверялся, Антох. Там никак вообще. А ты не просто не достаешь ставить бочки. Если бы чуть-чуть лес был ближе, да, возможно. БКБ у бары, слышишь? Сейчас, может быть, где-нибудь просто поминирую, что-то покидаем как-то. Потому что табличка там пропала, и нам, в принципе, 90 секунд делать нечего. Поэтому давай сейчас поиграем в стандартик какой-то. Возьмем. Я возьму тревела сейчас. Оставлю. Алхимик у нас подфармливается. Может, рефрешер тебе фармануть или акторин? А, рефрешер, в том-то и дело. Две таблички я не могу поставить. Табличка просто обновляется. Это первый момент. Второй момент. Если рефреш, то это очень много золота. Мне нужно. Я просто рекомендую сейчас нам немножко поиграться. Я бы такой и ульчик бы еще сделал. Ой, хорош, заглимерил, красава. Это тиник, тиник. Ой, тиник этот. Баратрум сейчас отъедет. Нормально. Там сейчас деревья зарастут. У тебя есть топорик, да, если что? Да, я тут. Хорошо, ну, отлично, можно так даже сказать. Я вот тут сейчас предлагаю где-нибудь подраться. Т2 там сломать может. Табличек поставить. Будет очень хорошо. Будет очень хорошо. Так, есть монетка для алхимика. У меня табличка почти откатилась. В принципе, слышишь, мы можем уже туда двигать на табличку. Я так давай. Думаю. Я могу прямо отсюда смог нам прожать. Побыстрее добежим. Да, погнали. Погнали. Вот где-то вот здесь. Давай пройдем туда. Через вот этот крипт. Вот это крипт. Вон, видишь там этот. Криптовалюту? Нет, крипт. Только надо по левой стороне беги, потому что зиккурат может пропалить. Все, хорошо. И от крипта блинкуемся туда. Хорошо. Оп, подрубишь дерево мне? Пройти да. Не могу. Все, и погнали. На дагерах, на кусачках. Хорошо. Оп, хорошо. Я прорублю. Так, ну смотри, не выходим. Сейчас деревья резатся, все, найс, отлично. Короче, смотри, как нам нужно прорубить. Нам нужно прорубить. Если что, дай контроль. Нам нужно, короче, вырубить там определенные деревья, чтобы видно не было. Вот это сейчас, вот это ближнее перед тобой вырубим. Хорошо. Вот это. И вот остается у нас два дерева вот здесь. Раз. И вот это дерево, которое вот на тебя сейчас смотрит. Хорошо. Срубила же его, да? Я не увидел. Да, срубила. Да. Так, а теперь мне нужно пройти, подрубить. Вот тут надо. Блин, это уже сейчас лишнее дерево было. Потому что тебя может этот пропалить, понял? Все. Давай, глиммер. Поехал. Опа. Все, я сделаю вид, что я дурачок, я убегаю. Бара на меня побежал, слышишь? Я буду принимать файт. Окей. Я могу его комбинить. Да. Но я сейчас вот тут подминирую. Мы бару и забираем и отойдем. Хорошо.
Все, делаем вид, что мы уходим, короче, понял? Окей. Следующим глимером ставим бочки. Идет Сларк сюда. Идет. Что-то пошло не так. Ай-яй-яй, не откадышилось. Еще они вард тоже, смотри, поставили. Понял. Все, отходи, короче. Ну, просекли. Не настолько тупые челики, короче. Центри ставит, ты посмотри на него. Ты можешь Сларка убить. Не могу тайгер заюзать. Ой-ой-ой, давай-давай-давай, хорош. Срубишь? Ой, красава. Блин, ну табличку просираем, вообще жесть. Ну, отходи. Все. Сильно, сильно дерево срубили, там два дерева, просто проход весь видно. Эх, печалька. Да не вас прогиба. Тогда смотри, что делаем. Тогда вторая стратегия. Самое тяжелое это поставить табличку беспалевно, потому что там в любом случае подходишь под колодец, и тебя видно под колодцем. Это самое тяжелое. Ты что там девардит еще, ля, ты вообще какие, а? Боже, вот им делать нефиг, их четверо осталось, они все равно бегают за нами. Да. Ломают контент. Ну да, такие ребята забавные на самом-то деле. Ну короче, смотри, можно сделать намного проще. Я выфармливаю Travel 2, ты до туда образно добираешься, и я оттуда там тпшись. Мы спокойно там делаем все дела. Но табличку уже восрали, я так думаю, потому что табличка стоит, а мы не минируем. Гем взял бара. Гем, если ну, что, бара. Выбьем сейчас. Выбьем. Опа, смотри. А вот и он. Давай. Выбиваем. Ты, а, так у него БКБ был. А, БКБ у него. А, он утонул в крипа нейтральном. Genius or what? КД, сзади Сларк. Я взорвал его, дядь. Армалин. Я сейчас тут трапчик поставлю рядом. О, все, он в трэп сейчас уйдет, по идее. А, нет, не достал. Так, я. Не дает мне заюзать дагер. Понимаю, урна. Понимаю. Но у меня нету маны, дядь. Нету маны. Побежал. Куда побежал? На низ, наверное. Блин, ну... Так как Тарин сейчас хочется собрать, чтобы вы чаще юзать свою дичь. Собирай. Да, на низ побежал. С гемом, БКБшечкой. Так. Не хватает маны, ё-моё. Так, я пойду на базу схожу. Блин, нам нужно качественно, блин, провернуть так все быстренько. Деревья там лишние несколько подсрубили. Кстати, там, по-моему, сентрик стоит еще у них, если я не ошибаюсь. Надо сентрик будет снять. Вот у них на базе там по-любому стоит еще и сентрик сейчас. Потому что они снимали варды. По-любому с сентрем. Ага, вообще, форстав... Как-то, блин, МС бы какого-то тут добавить. Знаешь, чтобы быстренько все, раз забежал, выбежал. Я думал, тебя форстав просто кинуть, чтобы ты на обратном пути тебя и толкать, но деревья видно. Срубятся. Да, деревья срубят и форстав видно, и деревья срубятся. Тут два таких момента. Хотя, в принципе, может быть, все равно поможет. Хотя бы туда тебя толкнуть форстафом, когда ты выйдешь из деревьев. Ты так быстрее туда. Ну, ты там прям сразу. Я почти. Понимаю, да. Может, реально купить? Слушай, ну попробовать можно. Но мне кажется, лучше мне собраться в МС, чтобы у меня 522 было, и я быстренько тыдык-тыдык быстренько. Просто за два глимера это 100% все успеваешь. Ладно, давай. Но мне нужно тогда фарм. У меня фарма совсем нет. Че там, выбили гем, да? Ой-ой-ой. Ну гем выбили, но спектра не забирает. У меня, к сожалению, нету тревелов, чтобы туда полететь. Гем лежит, гем не забирает. Я заберу гем. Хорошо. Хорошо. Наперед просто прыгаю, ставлю бочку в тупую и взрываю его. Ой, так, ну нормально. 1700 золота у меня есть. Я куплю бустер сейчас и... Смотри, там кто-то был. Кунка, кунка. Это он гем забрал, значит, да? Он с ним бегает. О, лол, да, да. А как? Там же он лежал, я думал, вы заберете. Он в лотаре бегает. Так, я что, меня-то не было рядом. Ай, кд. Аваланч, аваланч, тост. Давай вот так сделаем, забери. Забрал. Хорош, все. Сделаем так, рез все равно 20 секунд. У тебя 5800, нифига себе. Да. Что будешь тарить?
Окупка, это как и хотел. Октарин. Октарин? Пустил. Давай. Давай, хорошо. Хорошо. Так, ну смотри. Бочка, ой, бочка, это у меня есть уже, по-любому, табличка. Эти ребята там на базе порезались. Как бы так, блин, грамотно все делать, да? Ну реально, не хватает времени просто. Вот, реально, МС поможет. Должен, ты должен, да, под МС успеть. Должен, обязан? Я хочу сделать... Не спалиться при передвижении туда еще. Да, но я сейчас мне чуть-чуть до Октарина. Я, чтобы КДшу побыстрее эту табличку. И можно МСы подобавлять. С МСом я могу пока гем ставить. А? Я могу гем оставить. Да, оставь на базе его. А, ну в смысле у себя, для Сларка. Да, надо, пусть будет. Пусть будет. Мне чуть-чуть до Октарина, копеечка буквально. И можно будет алхимика попросить, может он там скинется. Так, есть. Так, что у тебя там? У меня все не очень, на самом деле. Есть табличка, но... Но нету... Давай кунку убьем. Если пойдем? Пойдем, не кунку пойдем? Убьем. Сейчас. Может попробуем хотя бы просто, пока табличка есть. Да попробовать можешь, давай кунку сначала убьем. Хороший нокер. Но зря тут ребята сейчас все соберутся, смотри, на топе, не очень будет. У меня 200 золота до Октарина, бро. Давай, я добью лучше. Давай, фарм. А он сейчас вышку снесем и будет тебе. Не надо, ну, а, ну, я, в смысле, топ нежелательно вообще подпушить, чтобы на топе меньше было такой суеты возле вот этих товаров. Чем ближе тиммейты, ну, оппоненты, тем тяжелее будет нам заходить туда. То есть они... Чё, идеально было, когда мы взорвали Сларка тем, что они все были на миду, и они не знали, что происходит. Тем самым, как бы, было немного полегче. Так, смотри, у меня есть кнопки, у меня есть тревел. Есть бабки на тангусы? Пару тангусов. А, у тебя что-то топор. Могу. Возьми 4 тангуса. Нет. Мне пригодится. Нет, я не прыгну, я не убью его. Где там тангусики есть? Двенашка. Ну, многовато, конечно, но... Жесть, я куру повел. Вот я идиот. Я нажал на тройку, короче, и случайно, короче, тупанул. Для тройки, Зак. Для тройки, Зак. Нафидел, короче, курьером. Тройки, Зак. Слушай, ну у меня есть Октарин. Хорошая новость. Но они сейчас будут зажаты, оппоненты. В дефе. Думал, славяне. Славянский зажим. Так, что там, драки какие-то, да, алхимика душат. Но я иду помогать. Лимера 6 нет? Там такие лоу-хэповые ребята. Да. Хорош. Бегает. Ну прыгаешь. Я тебя кину. А толку, я ж не увижу его. Я без хитбокса полетел, ты видел? Я исчез просто, бочку ставил в это время. Че, пойдем? Но им нужно... Блин, пойдем аккуратно, попробуем все-таки. Они, правда, ресаются. Ну, можно, кстати, и подрез еще в наглую ставить, почему нет? 40 секунд, типа, знаешь, убиваем и в наглую подрез ставим. По-моему, тут этот, слышишь, есть вард, сейчас я почекаю. Да, есть вард. Хорошо. Оставь, не дефай. Хотя пофиг уже, слил. Пойдем, аккуратненько. Аккуратненько. Че ты? Операция. Операция называется бочки. Миссия невыполнима. Золотая бочка, золотая. Золотая бочка, золотая. А я тебе тангус дал. Спасибо. Да, у меня топор. Некуда класть. Некуда класть. Я не могу. Я еще даггер выложил. Так, смотри, короче, теперь. Дай-ка я вот тут подшиманю. Оп, хорошо. Смотри, обсерв стоит. Что это такое? Кто это делает? Зачем? Давай заминируем тут. Смотри, они вышли. Я пошел ставить. Дай глимер. Пойду бочку поставлю. Вот я вот так вот сделаю. Оп, ушел. Хорошо.
Короче, смотри, я тут буду накладывать еще. Давай, я готов. Есть глиммер? Да. Давай. Хорош. Отлично, я успеваю. Ты смотри, тут в центре стоит. Слышишь? В центре. Ух ты, этот баратрум, конечно, меня когда-нибудь доконает. Да, это глиммер. Хорош. А. У меня есть глиммер, дядь. Отлично, убьем его. Еще один. Хорош. Ну, отходи, отходи, на бочке. Там две бочки есть, я бару на базе могу взорвать сейчас. 900 хп у него всего. И он не знает там. Да, смотри, ставит, 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 я бару взорву сейчас. Лол, минер лоу хэповый. Ой, минер этот, тиник, минер, короче, всех перебрал, но не попал. Смотри, что делает? Я сейчас сгорю. Сгоришь. Я сейчас... Там еще Рикимару, смотри, не юзают. Я отойду. Леща. Блин, у меня, я просто по всему просел. Смотри, останься, останешься тут? Да, хорошо. Останься, я сейчас Travel 2 куплю. Travel 2. Сейчас реген... я за регенюсь и прилечу. Если к тебе они зайдут, будут... они взорвутся. Да-да-да. Замануха такая. И на колодце, так здесь. Да, вот там табличка еще, как думаешь, долго будет стоять? Так, а где? Она вот тут стоит? Она стоит, но ее не видно. Сейчас я уже прилечу, дядь. Ты регенишься, в принципе. Вот это у нас тут операция, миссия называется заминировать колодец. Прикинь, там варды, сентри ставят. Все, у меня, смотри, 9 секунд, я прилетаю. Как в этом фильме «Законопослушный гражданин», когда он там Белый дом хотел взорвать. Похожая операция. Так, я ТП сейчас. Мусор ету карту и биля. Да, давай, глиммер. Хорош. Так, я поставил. Хорошо, есть. Я тут буду также наставлять, вдруг если они пойдут. У меня уже есть. Есть? Давай. Хорош. Мусур, это картуй. Смотри. Да, да, блин, ты... а? Да что за операция провалена? Забайте их туда, они зайдут, сдохнут. Есть. Блин, пул прокат с него. Я, блин, я ж по одной взрывал, ё-моё. Там в центре, не выходи туда, дядь. Ой, если успеешь соблинковаться, молодец, красава. Но там две бочки в колодце стоят, но скоро пропадут, слышишь этот? Таймер кончается. Таймер кончается. Я не солью. Блин, еще бы одну бочку, да, поставить? Мусур, ету картуй. Мусур, ету картуй. Жалко там, блин, две, третью бочку не успел поставить. Третью бочку поставил. Мы тут путь проделали в свободный, гуляем как. Да там можно по прямой ходить, я же тебе говорил. Тут только вот тут вот, вот тут несколько деревьев подрубаешь, и там можно по прямой просто бегать. Мусур, я так артуй. Я понял, да. Мусур, я так куртуй. Картуй, это мусур, слышишь? Нормально, да? Стоит каменный гигант в кустах. Я закупаюсь там пока. Да, меня бесит, что там подставили обсерв и сентри, и они тупо чейсят меня. Стоят и ждут. Короче, 4 бочки должно хватать на... Блин, вообще же бочек 5 там. 4 бочки должно хватать. Я задеваржу просто. Смотри, смотри, сентри сразу подпалился. Оп. Оп. Хорош, там Рики стоит, видел? Я ТП идем. Даю. Пойдем. Ну смотри, они на миде вдвоем как-то. Я понял, у меня этот... Блин, заросли дырки. Все, нету тангусов. Я снимаю. Я снимаю. Я снимаю. Смотри, Рики стоит. Ща, подожди, я заминирую, взорву его просто. Еще одну бочку поставлю, я просто его взорву, дядь. Ой, а что такое? Слушай, на табличке уже есть, тактарином быстро катаешься. Быстро катаешься. Я тут по чуть буду еще минки наставлять. Вдруг если нас тут будет засада, короче. Подрубай, подрубай деревья, там они все в меду, два героя. Слушай, а тут есть проход, да? Так, проверю. Есть проход. Ты... Окей, кидай глиммер. Кидай глиммер. Поехали. Рики резнулся. Хорошо. Блин, вот это чисто такие заходы, да, тут? Слушай, они нам мид... Вот... мид хотят сломать нам. Он давай здесь? Еще тут поспоминируем, да, я тебе кину. Хорошо. Слушай, у нас мид падает. Я вижу.
Можем вот поминировать тебе еще 2 или 3 еще накинуть. Ну, они мид сломают там к этому времени. Ну, алхимик идет на деф. Я кидай. Готов. Есть глиммер, кидай. Хорошо. Пофиг на этот мид. Да, нормально. Комбуз к ним все равно. Изюминка добавится. Отлично, я сейчас полностью успеваю на весь вей. Готов. Кидай. Хорошо. Есть. Что там, хватит? 3, еще нет. Желательно 2. Кунка на базу тпшится. Кидаешь? Готов. Кидай. Хорош. Смотри, что они делают. Я бы сейчас прилетел туда на базу к нам. Еще одну давай подставим и полетим. Ладно. Еще одну. Кидай. Хорош. Все, тпшимся на базу. Давай, давай, давай. А то мы так садим сейчас. Смотри, смотри, там вообще, я сейчас помогу, Антох. Иду, иду, иду. Теоретически, если ты его оставляешь лоу хп, то он взрывается на бочке, на базе. Сларка давай еще, может, я так думаю. Давай, вот так тебе дам. Хорош. КД. Блин, выжил. Зарву. Хорош. И там еще подрезается, там 5 бочек стоит, можно будет подкомбинить. Давай мид им сломаем, а то они нам сломали мид. Давай. И, блин, если бы они одновременно все резнулись, а? Да. Ну, слушай, ну, может быть, можно будет что-то как-то не взрывать сейчас, да? Но, опять-таки, нужно будет их по таймингу отправить в колодец. У нас там еще где-то примерно 30 секунд бочки. Не, давай, наверное, повзрываю. Хотя бара, блин, резается. Можно, блин, хотя это много бочек, надо кучу бочек поставить и каждому по чуть-чуть, каждого, ну, по чуть-чуть. Да, по чуть-чуть сливать, я тоже так думал. Пойдем мид. Я сейчас юлт куплю еще. Let's go. Let's go, let's get a calorie here, дядь. Ну, короче, кто резается, я взрываю его сходу. Мне все равно. Там бочек хватит на бару, по идее. Табличка бара, кончается, да. Просто. Да, все, я взрывать буду. Если он ПГБ не прожмет сразу. Вот это, конечно, будет кринж. Но он не думает, что там по-любому что-то есть. Ну что, 3, 2, 1. Тут кто-то есть. О, еще и Рики там был. Взорвал просто на колодце. Смотри, смотри, кунак. Кунак. Смотри, корабельчики полетели. Там жирные. Корабельники мои. Жесть. Слушай, ну, рабочая стратегия, но правда... Он под трэп сейчас пойдет, взорвется. Куда ты, дядя? Хорошо. Чисто, да. Шамарнули немножко. А Бара так из таверны не вышел еще. Чисто у него двойной рез. По акции в пятерочке. Двойной рез по акции в пятерочке. Блин, ну это жестко, это интересно, фаново. Все равно получается. Но нужно будет еще сейчас, мы сейчас подсломаем мид и еще пострадаем такой темой. Я юл сделал, чуть буду быстрее буду эту тему делать. Тема. Хорошо. Сейчас табличка уже почти откатилась. Пойдем, отдефимся, топ там туда-сюда. Низ ребята ломают. О, куру кто-то слил. О, где она сдохла? Вот здесь, на крипах, дядь. Что там было? И там ничего не было. А, ну и пофиг тогда. Так, ну я, в принципе, готов. Почти. Только они сейчас, если будут на фулл дефе, на базе, то немножко тяжеловато будет ставить. Но опять-таки, в глиммере не видно, когда я бегу. МС у меня есть, все есть. Сол ринг продам. Яшу куплю, наверное, да? Чтобы быстрее. Сейчас МС какой у меня? Может, мне еще барабанчики купить? 451. Типа, пробафал, побежал. Ну да, я кину барабанчики, ты добежишь еще быстрее. Забавно звучит, конечно. Мне кажется, это будет опять провалочная мин. Ну ладно, забей тогда, не надо. 450 МС должно хватить, я очень быстро. Я буду стараться подходить к краешку и с краешка вот отсюда костить как-то. Правда, я тестил, тут примерно вот, ну, колодец вот до сюда как раз-таки и держит. Так, алхимик на топе. Ребята выходят там, враги. Так, ну чё, поехали? А, тут инвизор руна, блин, может что-то сделать с ней. Ну, можно взять, пробежать туда, я дам телепорт, например, и все. Забери ее в любом случае. Я только мид немножко толкну. Сколько там бочек? 2. Хорошо. Я сейчас тут кунку немного подработаю. И на базе его взорву. Пусть подходят. Ты пробирайся, я тпшку нажму. Ларк тут. Или кунка, непонятно. Хорошо. Еще бочка. Пробираешься, да? Да, я уже почти.
Так, хорошо. Когда топорика тоже уменьшена, Викторина. Так, смотри, короче, в чем смысл. Они сейчас забайчены там. Давай, Глиммер. Я, блин, канусь. Так, сделаю. Еще бочку одну ткну. Заявулись и, блин, канусь к тебе. Хорошо, идеально. Подрубаешь там деревья? Готов. Надо. Готов я. Слушай, они там мид идут. Че, ты пойдешь? Давай. Смотри, там варты. Ну, короче, отмена. Скажешь, как откатится. Кидаешь? Есть. Хорошо. Снайперину. С ДДшкой. В центре. Я солью центр. Слушай, надо уходить на базу. Сейчас, ну, в наше логово. Да-да-да, надо... Не-не-не, в смысле, на базу у нас сломают трон. В этом дело. Ну ладно. Ладно-ладно. Задефимся. Не паритесь, пацаны, все будет огонь. Что там тебя убивать пытаются? Глиммер даю. Опа, байбек есть? Хорошо. Есть, есть. Хорошо. Ну, деремся как мужчины, все нормально будет. Я помогу. Хорош. Так, гем, забираю. Снайпер тут еще. Хорошо. На тебя лечу. Давай, я потанчу. Деремся как мужчины, дядь. У него линка, я в линку Юлку стану. Бара бежит еще, слышишь? Я тебе за, Глиммер дам. Нет, это надо забрать. Не я успел. Пойдет. Там на базе две бочки всего стоят. О, Сларк идет. Уходим, уходим, уходим. Слишком жирный он. Уходим. Че, давай низ, наверное, сломаем. И вообще там бочки сколько? Табличка еще. Я не вижу, сколько будет табличка ставить. Пойдем по миду. Я поставлю таблички в миду еще. Веди мид. Веди мид, я приду сейчас. И не агоним сделать, было бы неплохо. Кунка байбекнулся, слышь, к тебе ТП дает на мид. А, не, на топ, да. У меня байбека нет. Это он, плохо. Кстати, один, там нет? Давай убьем. Почему нет? Давай, отходи от клипов, отходи. Молодец. Он плотный, да, вообще жесть? Линк собью ему. У нас сниз падает сейчас будет. Хорош. Я не успеваю. Он жесть какой быстрый. И быстрый, и плотный. Быстрый и плотный. Но сейчас будет мертвый. Хорош. У нас низ падает. У нас в спине... А, ну тут реки. Пофиг на него. Пофиг на него, я. Хорош. Я улетел, дофиг. Хорошо, там бара лоу хповый бежит. Эх, бочки там закончились. Я помогу здесь. Глиммер алхимику не успеваю. Блин, я не ТП-хну сделать. Я на алхимика лох повылетел. Мы его вроде как сами забираем. Убиваете, да? Все, пойдем в мид. Я поставлю бочки, они, смотри, там рез у них 70 и 80 секунд. 4 секунды, 112. Надо им низ сломать. Так, в миду еще пару бочек. Я сейчас немножко побалуюсь с этим, со снайпером. Продамажишь снайпера, отпустишь его на эти две бочки? А, смотри, он убегает. Я тогда продамажу. А, нет, не успеваю. Он убегает, он не видел даже меня, под смоком был. У меня, а почему у меня смок разревелился сейчас? Не знаю, дядь. Пойдем ставить бочку. 40 секунд, я успею бочек 5 поставить, думаю. Мусор-карта. Хорошо, ставлю. Слушай, ну как думаешь, считаешь, этот квест у нас выполнен? Повзрывали же под колодцем? Ну, повзрывали, но... Блин... Гады нам попортили все-таки. Да, попортили. Так, две бочки есть. Кто там первый ресается, я не помню. Хорошо. Попортили-то попортили, дядь. Но все-таки у нас получилось. Это значит, что это возможно, то, что мы сделали. Реально. То есть у нас получилось. Нет, нет, ничего невозможно. Слушай, знаю, бар... точно. Бара ресается. Я... Мне кажется, давай, бару нет. Я не взорву. Мне кажется, невозможно и возможно. Одна бочка не хватило. Одной бочки не хватило. Хватит мне даггер забивать уже. Да, этот снайпер со своей... Там у бары 4 3000 хп, блин. Я буду наставлять, короче, ремоуты.
Кунка пришел. Я мины ставлю, пока да тут. Оп, бежит, смотри. Что ты хочешь? О, задоджил. Отблинкуюсь. Найс, покайтили. Так, ну тут смотри, они прям так хотят. Так хочется. Как же они хотят, да? Кунку можно прям тут в колодце взорвать будет. Он там корабль. Корабль, да. Я ставлю бочки. Три бочки есть. Я в глимере побегаю, бочки буду просто ставить и все. Кунку могу взорвать сейчас. Кунка выйдет, я кунку взорву сейчас. Раз, два, три. Так, ты живой? Я вот так сделаю. Хорошо. Этого с ноги просто. Все, ну я в принципе, у меня ничего нет, дядь. У меня нету маны. Я бочки могу ставить. У меня просто нету маны уже. Ты там одна? Две. Сейчас две. Надо минимум пять поставить. Смотри, идет какой он хитрый. Какой он хитрый. Да иди в задницу, блин. Но этого, кстати, сейчас сможем взорвать. Я так думаю. Вот так сделаю. Что ты там стоишь, пукаешь? Все, не это. Не пушим. Я буду доставлять, да, доставлять. Тут 3, 5-6 поставлю, бара должен лопнет. Но я не знаю, не уверен, табличка закончится или нет. Кто там, снайпер? Не буду юзать. Сразу прыжок. Сразу прыжок. Так, еще. Единственное, меня парит, что может закончиться этот. Бочки, скорее всего, этот. Mm-hmm. Табличка закончится. Мне кажется, она, да, она уже она пропадет. Да, бара 30 не успеет, секунд 30. Не успеет, да. Ну ладно, ничего страшного. Все, я отхожу. Ну подойди. Их смотри какая. Это что за наглость? Их жалко, конечно, это видеть. А пусть дефят, дядь. Наглый. Отходи, наглый МХ. Блин, ну если честно, получилось прикольно. Не, ну, не так, конечно, очень овер ярко, потому что оппоненты, вот Баратрум, да, сразу прибегает, сразу видят, и снайпер там тоже что-то бежит делать. Но в целом у нас получилось хотя бы 3-4 раза, мы взорвали на колодце, и я считаю, что, в принципе, челлендж выполнен, да, то есть такой мини-челлендж игровой, в принципе, мы пофанились, сделали как надо, да, и, в принципе, еще и выиграли его, хотя могли проиграть, нам чуть не за ванвей или центральный коридор. Но тебе понравилось вообще в целом, как? Да, да, было прикольно. Да, было прикольно. Ребят, ну на этом как бы у нас видосик подходит к концу. Антонио, спасибо за то, что помог сделать такой выпуск. Спасибо, бро. You're welcome. И вот так вот, парни. Ну, и это была у нас вторая часть. Все-таки доделали мы то, что не доделали в первой части. Обязательно поставьте лайк. Обязательно оформляйте подписку на ютубчик. Не забывайте залетать на стримы. Ну и на этом все. С вами был Ксеназис. И до скорого. Всем удачи. Всем удачи у дома. Ну, неплохо.